Всем привет!
не знаю, что меня сегодня потянуло. Что это вообще? Вау. Always, Bon Jovi. Я пока раскладываю его. Потрясно. Включил клип, главное. Пишут люди. То есть 24-го года. Песня 14 лет назад была вообще. Да? Или нет? Она... Нет, мне кажется, она... Главное, что она абсолютно отражает сейчасшнее время. Так, ладно, другую сейчас поставлю. Девочки, вы такой шанс для мужчин сейчас. У вас сила просто, у вас сила земли, и ее, ну, она чувствуется, сила земли, как шанс для вас, как шанс для мужчины. Здесь за ваше внимание надо побороться, потому что, ну, знаете еще как? Перевернулось, здесь огонь больше не будет выжигать. Здесь огненный мужчина, король жезлов, да? Вообще про что? Колесо фортуны вы повернули в другую сторону. Мужчина больше не будет заходить в ваше пространство, просто как этот, ну, пришел, увидел, победил. Ну, девочки, королевы воды, ну, медитацию вы делаете, и это видно, это чувствуется. Вас хочется завоевать, за вас хочется бороться, понимаете как? И это как приз вообще. Вы кайф для мужчин. Здесь я только так могу трактовать. Кайф. Такой кайф, что... Вы знаете как? Вы у вас ясная при этом энергетика такая.
смотрите, медовая, но чистота внутри и уравновешенность. В общем, если мужчина даже хочет вкрутиться в ваше пространство, да, в поле, просто так не получится. Тут по справедливости, ну, то есть, если он уравновешен, то да, заходи, да? Так. Не хочу я это слышать сейчас, потому что другое у меня настроение. Вот это вот, да, давайте. Сегодня будут побиты все. Девочки, я сказала, что вы наслаждение. В вашем поле вы просто не просто звезда, вы богиня наслаждения и кайфа. Мужская энергия здесь заходит, новая абсолютно. Обновление вашей энергетики. Помимо этого, обновление, ваше поле меняется, другие мужчины заходят в ваше пространство. Всех, кто послабее, вычищает, ну, то есть просто куда-то они деваются, да? А те, кто сильны духом внутри, мужчины, они по-другому проявляются к вам. Здесь не просто про... Ну, он гордый, да, понятно. У него яркая, солнечная энергия. Ра просто. Вот, знаете, бог Ра зашел к вам в пространство. Принимаете такого бога Ра? Потому что он соединился с землей. У меня такое ощущение, что мужчина какой-то здесь прокачанный. Для вас он изобилие. Смотрите, вы для него кайф, он для вас изобилие. Понимаете? Равный энергообмен. Вот про что здесь. Просто в вашем поле кайфово и классно, и здорово. Дышать. Мужчина начинает дышать в вашем поле, понимаете? Просыпается, наконец-то. Хочется вас просто так вот на плечо, и это будет очень быстро. Девочки, не успеете опомниться. Заклинатель дождя придет. Он очень резкий, он целеустремленный, у него голова хорошо варит. Мужчина, который... У него здесь почувствовал еще, и пробуждаете вы в нем такое желание. Просто неимоверная какая-то сила. Так, это я не хочу сегодня смотреть. Вот этих. Я сегодня смотрела на них. Все, больше не будет треугольников. Чувак, видимо, опомнился. Ну, смотрите, если вы уходите из поля мужчины, у него крышка, все, кранты, вот так. Он дышать не может. Я вам серьезно говорю. И это не просто ваш, там, типа, партнер, там, муж, вот это вот все, мужчина, там, да, постоянно. Нет, я говорю про других мужчин, которые понимают, если ты уходишь из моего поля, все, мне хана, вот. Здесь у него сразу реинкарнация, то есть душа отлетает куда-то. Здесь никаких треугольников больше не будет. Девочки, вы победили какую-то многолетнюю ситуацию, возможно, в вашем роду, ну, какой-то сценарий, в общем. Так, это где вообще? Так, поехали дальше. Шаман-мистик. Ему придется преодолевать свои какие-то... свой плен, свои ограничения, свою западню, ловушку, которую он сам себе устроил. Либо здесь, знаете, как высшие силы так распорядились. То есть всех тех, кто заходит в ваше пространство без надлежащего уважения к вам, ну, закроют. Закроют их. Их закроют. Да.
Мне вот нравится, что мужчины сначала не верят. А потом случается то, что... Девушка начала просто поскакала к своему счастью. Все. Она поняла, я хочу любви, я не хочу отношений, мне не нафиг не нужны отношения. Я уже сыта по горло отношениями. Я хочу любви истины. Я буду защищать свои границы. Ну и хрен ты меня догонишь, да? Я хочу посмотреть еще. Яблока. Мы с тобой ходим. А почему ты так переключил? Руки, рука. Я вообще другое хотела. Хочу сегодня это слушать вообще. Мы не вместе, но мы близко. Я высоко, а ты низко. А, как он называется? Больше меня, да. Угу. А, меня удивляет всегда шикарная певица. Блин, сколько у нее подписчиков? Ребят, ну это даже не серьезно. 742 просмотра. Вы вообще про что вы говорите? Это, блин, это шедевр. Это невозможно оказаться в прошлом, но земля без тебя жрется назад. Для меня удивительным является, когда вы подписывайтесь на каких-то тарологов, которые мало того, что они одно и то же говорят вам, из расклада в расклад, там одна тема, она не меняется, потому что человек не умеет говорить из потока. И люди годами слушают эти расклады про то, что он переживает, да, он действительно чувствует к вам любовь, но почему-то он не проявляется к вам годами. Не пишет, не звонит. Он вас заблокировал. Но он стенает и страдает. Ребят, вы серьезно? Вот это вот, да, вот просто серьезно вы это воспринимаете всерьез? И там я смотрю, например, очень большое количество подписчиков, короче. У меня прям сразу, знаете... Вопросы, прям вопросы. Вам реально какую-то информацию дают? Вы слушаете, здесь слушать надо сердцем. Не то, чтобы вам эго ваше погладили и сказали бы вам елейную вот эту вот сладкую вату про то, что не является истиной. Либо вам выпускают медитации, практики дают. И это совершенно другая информация к вам заходит в пространство ваше. Вы имеете честь просто находиться в этом пространстве на какое-то время. Потом тех, кто, скажем так, со мной, их поведут дальше. Тех, кто начинает там что-то там, вас выпихнут из моего пространства сразу. Особенно это касается людей, которые не хотят они слышать правды, не хотят. Кто готов быть в проекциях каких-то относительно партнерства, не видите истинной картины. Так, Юля, соберись. Здесь про то, что у вас трансформация будет
императрицы, для вас трансформация готовится, и это жестко будет, да. Вас пропихнут через трансформацию, причем, знаете, это как бы через огонь, воду, ветер, землю, вот это все смешают вам, материю из-под ваших ног выбьют, по чувствам проедутся, вот. Но это будет все очень быстро, стремительно, и вашим активным участием, знаете как, будет производиться работа на всех уровнях бытия, с вашим сознанием, с вашим полем, с вашей энергией, с вашим телом. Даже клетки тела будут по-другому работать, структурироваться по-другому. Да, от этого многих энергетическое истощение, конечно же. Я сказала, сегодня взлет. Я, скорее всего, этот расклад выпущу завтра, потому что сегодня уже поздно будет. Я его записываю ночью. Здесь компромиссам не место. Если ты хочешь светить этому миру и обладать этой энергетикой, ну не все обладают энергетикой в миллионы просто вольт, да? Человек заходит в пространство и начинается всех, у всех. Что со мной происходит? Что? А это вот такая женщина или такой мужчина зашел в пространство и вас выштыривает просто, да? У вас интенсивное движение идет вперед. Кто там печалится по поводу мечты об отношениях? Здесь вот печалька прямо, опять. Доверьтесь потоку жизни, доверьтесь. Не прогибайте пространство Вселенной, не надо подгонять ее. Быстрее, быстрее, быстрее. Дай мне отношения, Творец, дай мне отношения. Скорее, лишь бы кто-нибудь, но меня обнимал. Вот это не нужно вам. А если они согласятся? Вот. Ладно, сейчас я посмотрю. У вас на самом деле классный процесс сейчас. Если вы доверитесь потоку жизни, потоку по течению реки, любовь река, да, в вас она самих. Соответственно, вы достигаете мастерства, вы становитесь, ну, светимы. У вас даже аура другого цвета. Вас чувствуют другие люди по-другому, считывают как бы... Короче, ваше пространство считывают по-другому. Терпение. Вот здесь про терпение, про то, что не прогибай Вселенную, не надо торопиться, не надо вот этого торопышества, спешки какой-то, да? Ну, вот это вот, пожалуй, пусть будет. Я хочу посмотреть... Я хочу посмотреть, хочу проверить. Так, ребята, я вас всех благодарю за лайки, комментарии, за то, что вы подписываетесь, и за донаты, конечно, тоже. Отдельно хочу сказать, отдельной строкой бегущей, пожалуйста, не переводите мне деньги на телефон, я вас очень прошу, переводите мне на карту. Банковская карта указана внизу. Банковские карты Сбер, Райффайзен, все там указано. Просто по номеру телефона, не надо мне на связь кидать. Ну вы, ребят, ну просто пощадите, ну пожалуйста. Вы же нехилые такие суммы кидаете мне на связь. Я что с ними буду делать? Очень вас прошу, пожалуйста. Я их никак не смогу обналичить. У меня будет просто связь на 25 лет вперед. Кстати, эта песня... про мечту. Dreaming. Всему свое время, не спеши, я вам сказала, не торопитесь, пожалуйста, ваша активация произойдет, ваше свечение, включение всех чакр, всего вашего поля произойдет
в спонтанном пробуждении. Это не когда вы часами медитируете и думаете, ну когда же я приду к этому пробуждению? Никогда не придете. Пробуждение приходит, активация происходит тонкого тела, когда вы этого меньше всего ждете. А больше всего оно, знаете, происходит, когда вы послушаете правильный трек какой-то, медитативный, допустим, либо какую-то практику поделаете, либо с мастером поработаете, просто вот мастер к вам дает вам, например, шаманскую практику, да, например, я. У вас потом начинаются сны, а сны — это все сигналы того, что ваша точка сборки уже сместилась, у вас не забетонирована точка сборки. Вообще, для чего вот это весь путь, вот этот духовный, для чего он? Для того, чтобы вы сместили свою точку сборки, которая всегда в одном месте находится, и это системное ваше мышление. Оно не дает вам вырваться вообще никуда. Ни туда, ни сюда, то есть все, вот так. Здесь мы мягко. Магия, для чего она вообще существует? Магия высокая, я имею в виду, не магические. Вот эти, кстати, практики по поводу свечей, вот этого всего, это очень... Вопросы к этому большие. Вот, это есть такие мастера, да, это ведьмы. Это другой уровень. Если вы хотите высшего пилотажа, вам не нужны ни свечи, ни вода, ничего. Для того, чтобы вы увидели или переместили себя туда, куда вам надо. Поговорили, например, с Богом своим. Вот. Вот так. Сейчас, ребята. Я немного стесняюсь, но я знаю, что ты знаешь. Я чувствую тебя. Я дотрагиваюсь до твоих эмоций, твоих чувств. Я вижу любовь, которая бежит между нами. О, не знаю, как я перевела, я английский не изучала никогда. Я француженка, parle français. Это было очень давно. Чтобы таролог, ну нормальный таролог, он что сидит, он делает вам расклады. Господи, я даже их не могу дослушать до конца. Это настолько скучно это слушать, потому что там нет информации живой, которая нужна. Там просто значение карт. Блять, в три ряда она выложила карты и начинает каждую карту объяснять. Это что, поток по-вашему? Нет. У меня уже все, у меня просто забрало падает, ребята. Ну, правда. Вы найдете это, да. Сейчас мне будут писать все, кому не лень. Юля, это невозможно слушать, я не могу. А я кайфую, мне в удовольствие. Так. Чуть-чуть потише, да? Итак, что я здесь вижу? Здесь про активацию сказала, про то, что
прокачивайте свою энергию, энергию любви. И через воду, кстати, у вас исцеление идет, погружение именно не физически в воду, а когда вы погружаетесь в медитацию с водой, например. Вы сбрасываете тем самым ношу, которую вы долго несли, у вас обновление энергии происходит. Страхов не должно быть. Раскройте свою душу, будьте уникальным человеком. Вот я такая уникальная, я одна такая. Не надо меня ни с кем сравнивать. Тоже пишут же мне, на кого я похожа. Ребят, ну вы правда что ли так считаете? Я не могу. Истинную картину мира вы увидите, вам откроют. Только тем, кто... Знаете как? У вас новые идеи поступают в ваше пространство, да? Влетают через любую информацию, через любой источник. Новая идея поступила. Вот сегодня Беркут летел надо мной, да? Все, коннект есть, все, я вам передаю сейчас. И тогда у вас глобальное видение открывается вообще мира, что в вашей трансформации, даже если вы чувствуете, что я совершенно одна, я чувствую себя в космическом пространстве на корабле, который, ну, знаете, только окно у нее соединяет ее с космосом. Нет, на самом деле физическую связь вы будете чувствовать со своим человеком. Не знаю, сейчас дам ли я вам медитацию. О, боже! А, да, это Марвин Гей, да. Звездные предки. Соединение с... Какие у вас боги? Какие у вас боги? Бог Солнца здесь выходит, Бог Ра, Амон Ра. Дыхание космоса. Вам опять говорят, не вмешивайся в планы Вселенной, своей суетологии. Не занимайся суетой. Кого-то вышвыривают в конфликтные энергии, но через эти конфликтные энергии происходит ваша... Через вот эту ярость. Ярость? Это что такое ярость вообще? Ярый. Яркий. Огненный. То есть это... Вы правда думаете, что соединившись с Солнцем, например, с Богом Ра, вас не выжгет нахрен? Ну, как бы, если вы не готовы к этому. Вас будут выжигать все лишнее из вас. Вот здесь вот марсианская энергия, возможно, здесь мужская энергия проявленная. Мальчики, вас могут, как и эмоции, вот эта ярость какая-то в вас, мятежность, неуспокоенность. Девушка напротив, она в своих водах просто плавает. Но это разная наша природа. У мужчин солнце, огненный протуберанец, он вперед движется. У женщины это текучесть, то есть она в потоке всегда. Вы будете чувствовать так ярко чувства других людей. Здесь эмпатичность, просто сверхэмпатичность, я бы сказала так. Сверхэмпаты меня слушают. Через глубину воссоединения, опять здесь вода идет, и ваш истинный голос начинает звучать. Не задавливайте свой голос, не надо его бояться, не надо его стесняться и так далее. Да что ж такое, мне кто-то пишет постоянно, ёлки-палки. На самом деле вы не раз и не два уже проходили трансформацию свою. Не раз и не два, и не три, и не четыре. Вы вспомните этот период, ваша душа уже проходила этот опыт. Ваше сознание на самом деле уже
кто-то умеет в астральный мир как бы погружаться. Ну, то есть это ваше тело, да, оно путешествует. Потому что здесь, в этой реальности, неинтересно бывает. Ну, скучно здесь. Кто-то из вас умеет уже соединяться там, куда ему нужно, вот он туда и попадает, этот человек, да? И здесь вы постигаете то, что у вас есть два предназначения. Это... И, кстати, эти предназначения, они... Это вот... Класс, я люблю карты, когда они так говорят. То есть работник света — проводить свет везде. Но также быть собой. Всегда. Всегда быть собой. Ослабить хватку, свой контроль, зависимость от других, от чужого мнения. Кто что скажет? Да что же я, если я, например, последую туда или пойду туда, или начну заниматься этим, что они мне скажут? Они там начнут меня осуждать. Ой. Будь здорова, Юля. Все, ребята. Кажется, я не выйду на расклад долго. У меня, я чувствую все. Меня продуло. А продуло меня, потому что я делала для вас расклад на ветру, со стихией ветра. И еще я вспотела. То есть, короче, жара плюс ветер. Это у нас уникальный регион такой. Меня просто как в пустыне, знаете, вот полощет ветер, и плюс тебе жарко. Ты потеешь аж. Вот сейчас пришло время впустить благодать в свое сердце, смело прыгнуть неизвестное, прям в самую пучину, в самый вот этот вот третий глаз, как будто вот. Навстречу приключениям своим. И вас ждет удовольствие, отдаться удовольствию. Я не знаю, в каком ключе отдаваться вы будете удовольствию. Не знаю, такое хулиганское немножко настроение хочу для вас. Я не знаю, правда, когда я еще выйду на расклад. Я не буду, конечно, зарекаться, а то сейчас скажу, я долго не выйду, а потом... О, красиво пускай. Очень интересно. Ребят, ну... Есть вот выражение, да, не случайно оно так называется, правда матка, да? Вот. Карта говорит о том, что, ну, здесь страшный суд. Из женского лона тут вылетают голуби. Это психоделика какая-то просто, магия. Те, кто за вами следит, а есть такие, они как будто не совсем люди. Я не знаю, что это вообще. Я же сказала, не совсем люди. Отшельники, причем как это называется? Оборотень. Оборотень, когда человек-оборотень. Ну такое, да. Не совсем, скажем, чистые намерения здесь. Ну да, даже верховный жрец, пятый старший аркан. Но он ее так хочет, что... Короче, фантазия у мужика просто. Он типа, он себя мнит тем, что он соединен с богами там, может быть, он чист, в нем нету вот этой пошлости. Но здесь такие желания, ну... Девочки, ну потому что вы наслаждение. Наслаждение. Что хотите? Хочется, конечно, вас, да.
очень сильное желание. Просто неимоверное. Причем мужчины бывают. Мужчина, который скрывается от вас, он скрывает свое лицо. Чего ты не хочешь показать ей свое лицо? Потому что он знает, что он не соответствует ей. Здесь про то, что женщина настолько свободна внутри, она как птица, как... Если она соединена со своим тотемом еще, здесь про то, что у нее дух, сила духа в ней огромна, и это считывается окружающими. Здесь все мужчины прячутся от нее, прячут свое лицо. Они боятся ей сказать о том, что она их просто настолько... Здесь не только сексуальное желание, здесь вдохновение от нее, просто от ее вида, от того, что она делает, двигается, как говорит, там, от голоса и так далее. Ну и агрессия скрытая. Хочется просто вас, я не знаю, что с вами сделать вообще. Внезапно, да? Не могу. Все, ребята, у меня голос. Сел мой голос. Не хочу, надоем. Да? Вот это пусть будет. Ту-ду. Я сказала, вы, девочки, вы не соответствуете. Он не соответствует вам. Поэтому он прячется. Он понимает, что он намного ниже вас по статусу. Ну как бы, ребят, ну правда, надо принимать, стремиться просто. Притом хочется вас как будто в воду погрузиться с вами. И это через какую-то борьбу здесь, смотрите, здесь много скрытой сексуальной силы. Но эта сексуальная сила, она через агрессию какую-то идет. Я не пойму, что за хрень идет. Потому что он чувствует себя идиотом рядом с вами. Ну, правда. Тут просто ум. Вы съели уже все сердца. Здесь понимание того, что только... Наказать вас хочется, наказать хочется сказать в, так сказать, будуаре. Как это вот, блин, прилично, чтобы это звучало, я не знаю, какая-то пошлость, да? Короче, в постели хочется вас наказать, потому что вы держите его за одно место, и он только может за вами следить. Здесь еще раз говорится о том, что мужчина, который следит за вами, я не знаю, кто этот человек, потому что вы подчинили его себе. Вы выросли, девочки, я поняла, вы квантовый скачок какой-то совершили. Это не просто квантовый скачок, это не прыжок, это когда ваша ракета взлетела, реально взлетела. И вы из пятерки пентаклей стали из днища жизни, вы стали просто настолько красивой, яркой, проявленной и чувственной женщиной, что вас... Он смотрит на вас, он хочет вас еще раз на плечо взять, отнести в берлогу и 3 недели не выпускать оттуда вообще. И делать с вами всякие прекрасные вещи. Ребята, я не знаю, об чем речь. Я всего лишь проводник, поэтому не надо мне, если у вас там... Я, когда вот читаю, например, какие-нибудь комментарии, ребята, я даже не злюсь уже.
меня просто, вот знаете, вот я читаю вот это. Что это за бред? Марсианская энергия, энергия Сатурна. Блять, я вам карты достаю. Из потока читаю вам и говорю о том, что там есть им и то, и это. Почему вы думаете в вашем маленьком сознании, что только есть король Пентаклей, который хочет вас взять замуж, когда у него есть своя жена? Я не понимаю вот этого. Когда-нибудь это закончится, а? Кино. Когда вы перестанете смотреть расклады на треугольнике? Когда вы прекратите это делать? Девочки, настолько не любить себя, это, я не знаю, это неуважение к себе. Это неуважение к своему Богу, к Богу в себе, неуважение. Это попрание всех законов, конов мироздания. Просто взяли, перевернули все. Поэтому нет. Если у вас треугольник, сразу я вам скажу, ко мне на расклад не надо приходить, если у вас треугольник. Я это не буду смотреть. В вашей грязи я копаться не буду. Время сейчас меняется стремительно, причем. И вы познаете, что такое истинное партнерство и любовь, и что она есть. Здесь вот низкочастотные колдушки там что-то смотрят. Надо чего? Следят за вами. Многие, да, хотят с вас... А, они хотят вашу силу, они хотят на вашей силе, знаете, как будто прожить вашу судьбу, умения ваши, способности, навыки. Вот они смотрят, они не понимают, как это вообще возможно. Как это возможно? Я тоже не понимаю, как это возможно, но представляете, да. Это либо есть, либо нет. Вот вы смотрите на специалиста, да, какого-то. И вы понимаете, вот это да, вот это человек просто. Снимаю шляпу. Потому что здесь не по... Я люблю людей, которые очень многогранные, у которых не одна черта, вот одна. Они думают про себя, что я умею только там что-нибудь, я не знаю. А здесь сила в вас, сила жизни, сила вдохновения, сила жизни еще раз. Какую-то через призму кто-то смотрит на вас, как будто они не понимают, они реально не могут вас понять. Как ты можешь понять своим узким умишкой, что происходит в голове, в поле художника настоящего, творца, даже не художника, творца своей жизни, что у него происходит внутри, в его поле, и какие там инсайты, и какие там миры? Как ты это можешь постичь, если ты смотришь в замочную скважину? Девочки, если вы хотите танцевать, танцуйте. Кстати, через танец вам, может быть, откроется какой-то опыт из прошлой жизни, как будто. Знаете, распакуется какая-то тема, вы ее увидите. Через танец, может быть, через шаманский танец. Знаете, когда ты двигаешься в потоке? Через дыхание, потом вы это как шелуха снимается, и маски снимаются. Вот что. Опять здесь про то, что у вас сейчас трансформация полным ходом идет. Вы сейчас на пороге величайшего открытия в своей жизни, победы. Вы сможете взойти в этот
Здесь два кубка победы. Во-первых, вас ждет победа, если вы уедете куда-то, какое-то место, да? А, ну ладно. Во-вторых, вы будете... Если вы будете... Здесь про знания, что ли? Что я должна сказать? Здесь про путешествие еще раз. Это про что? Игра. Сценарий поймете. Я поняла, знаете что? Сейчас закроют расклад. Скажут: Юля, ты не говоришь. Потому что я вижу карты. Мне понятно, что мне говорят высшие силы. И я вам это не перевожу. Я просто забываю, что вам нужно перевести. Здесь чудо на самом деле вам показано. Чудо. Вы разгадаете, для чего вам был дан сценарий какой-то. Более того, если вы поймете, как простраивать свою реальность, это не когда вы простраиваете ее своим умом, а своей энергией. Энергии, мысли ваши формируют ваше поле. Здесь все сбывается. Абсолютно все. Это будет незабываемый эфир. Здесь изобилие, здесь я сказала, вы вычистите. Вы измените сценарий своего рода. Сценарий своего рода вы поменяете. У вас сейчас происходит процесс, когда вы окукливаетесь. Из скорлупы вы сейчас будете вылупляться. И это один на один всегда, я же вам сказала, что это один на один вы будете с пространством, со своими озарениями, со своей работой. О боже, это что-то вообще какой-то прям космос сегодня играет у меня трек. Тут попробуйте мне что-нибудь написать, какую-нибудь лажу. Просто заблокирую вас и не будете мое поле считывать. Девочки, вот кто рисует себе карту желаний? Здесь не про примитив, когда вы нарисовали картиночки, наклеили, я хочу такого, такого. Вы реально не знаете, как он будет выглядеть. Вы не видите его. Вы будете чувствовать его энергию. А сейчас, пока у вас трансформация идет, вы даже не чувствуете его энергетику мужчины вашего, который станет, возможно, даже отцом вашего ребенка.
здесь про то, что мужчина очень сильный. Это прямо дух. В нем огонь, но он, знаете, как он внутри таится. Но сейчас вы даже его представить не можете, как он должен выглядеть. Поэтому для вас бесполезно, если вы будете слушать, например, какую-нибудь медитацию, типа медитацию из разряда, ну там, сублиминал там или что-нибудь такое, да, представьте вашего мужчину, да, и вы такая, у вас мечется ум, вы не понимаете, как он должен выглядеть, блондин, брюнет, высокие, там, низкие, квадратные, не квадратные, круглые, короче, вы просто не можете даже этого представить, вы потому что не понимаете, сейчас себя нужно понять, кто вы. И по вашим вибрациям к вам придет человек. Наконец-то выговорила, ребята. Ну, вот так, да. К вам в поле придет именно тот человек, который является вашим зеркальным отражением. Ну, это о чем говорит? Ребята, я сначала говорю, потом достаю карты. Еще непонятно? Мощь. Сила внутренняя. Просто лев к вам придет. Причем он в социуме порвет любого. Сейчас, девочки, для вас информация просто очень важная. У вас, возможно, мама или ваша, я не знаю, то бабушка, может быть, тетя. Сейчас. Ну, давай. Я отчетливо помню, себя ржавой иглой. Еще раз. А здесь была женщина, или она есть до сих пор, осуждающий человек в вашем поле есть, тот, кто вас критикует, тот, кто не понимает вашего пути и осуждает вас за ваши выборы. Вы каменеете буквально изнутри, когда вы в поле этой женщины. Женщина старше вас. Здесь про то, что вы... Я говорю, это либо ваша родственница, либо мама. Человек, который вас обесценивает. Токсичная энергия идет. Вы каменели изнутри. Вы не знали вообще, как проявляться в этот мир, потому что вы... поверили в то, что вы косая, кривая, и из вас ничего не выйдет. Поэтому вы, как белка в колесе, то есть, когда вы выросли, да, вы вышли в новую жизнь, ну, в свою, да, взрослую жизнь, вы стали беготнёй заниматься, суетологией, беготнёй, непонимание вообще, кто вы есть, духовный ранг, нет, не слышали. Воссоединение идет. Ребят, у вас у кого-то есть хранитель ваш. Это дракон. Внутренний дракон. Понимаете? Мои копы есть, мои души. Вынырнут стайки то. Это Феникс. Вы вышли из-под влияния этого человека только тогда, когда вы пробудили свой внутренний гнев, ярость. Я сказала, ярость и конфликт внутри вас. И через вот эту ярость, которая поднимается из самой земли, через ваши стопы, и вы чувствуете, как эта ярость позволяет вам бежать быстро, стремительно и воплощать что-то, хоть какие-то действия делать, но не суетные, не то, что
потонет в бездне вот этих дней, когда какие-то телодвижения, которые ничего вам не приносят. Нет, здесь про то, что вы теперь очень тщательно охраняете свой внутренний мир. Ну, здесь с детством связано. Еще раз, у вас разбитое детство было. Там много было подводных камней. На вашей энергии хорошо ехали, возможно, ваши родственники. Либо люди, которые чувствовали в вас эту энергию, но они пытались вас прессовать. Но вы вышли. Здесь про то, что вы, если вы общаетесь с теми людьми, которые уже на вибрации повыше, вы исцеляете своего внутреннего ребенка. Здесь про девочку идет речь. Внутреннюю девочку свою исцелили, потому что она была изранена. И вам по справедливости... Все, ребят, я заболела, реально. Так, пожелайте мне здоровья. Вы открыли какую-то тайную дверь в свой клад. Вам будет даваться такие дары, вы даже не представляете. Я это вижу просто. У вас будет обомлевшее лицо, и вы поймете, это что, мне? Правда? Мне? Я даже это не могла представить, допустим, или не мог представить. Вы выйдете из этого лабиринта, исцелите своего внутреннего ребенка, у вас будет мир в душе, покой, мир, и здесь истинные друзья, когда, может быть, человек-друг, может быть, это ваш фамильяр, может быть, это, я не знаю, вас кто-то охраняет, как будто в вашем поле находится человек или животное, существо. Вот это мне уточните, вот это вот очередное. Если вы хотите разгадать этот пазл в виде вашего прошлого партнерства, то здесь разочарование вас ждет. Вы перевернули просто мир человека. Вы его погрузили в такое днище вообще вселенной. У него отработка сейчас идет за то, что он совершил по отношению к вам. У вас любовь, у вас наполнение, у вас чувственность, у вас родственная душа ваша, либо близнецовое пламя идет к вам. Энергия близнецового пламени, императрица, рождение ребенка, либо новый проект. Короче, новый статус у нас. Колесничий, мужчина колесничий идет. То есть победитель, очень харизматичный, яркий, проявленный. Здесь не про тех товарищей, которые я говорила, которые следят за вами. Те не проявляются, они боятся, потому что они знают, что они не соответствуют вам. Этот полностью соответствует вам по всем вообще показателям. Ну все, Diamonds, мои хорошие бриллианты, мои, все, целую вас, пока-пока.